Адаптеры для полировальных машинок от фирмы Абажур. Преимущество наших адаптеров перед аналогичными машинками заключается в том, что не идет нагрузка на подшипник и на редуктор. Мы поставили подшипник с противоположной стороны, и нагрузка идет равномерно и с левой, и с правой стороны. Также, если поставить нашу усиленную специальную металлическую щетку, то на машинку можно в буквальном смысле слова прям ложиться, не боясь ее сломать. Машинка будет так сильно вгрызаться в дерево, ну, просто что-то невероятное. Мы проводили эксперимент, делали старение дома полностью. Щетка прошла 400 метров квадратных, металлическая щетка прошла 400 метров квадратных, рвала все, выгребала просто невероятно. И сейчас эта щетка как новая практически. Я потом будет время сниму видео, покажу. Но это специальная наша усиленная металлическая щетка для сверхсильного старения дерева. Вот. Насколько я знаю, никто пока еще в мире не сделал подобную конструкцию, где подшипник стоял бы у болгарки и полировальной машинки с противоположной стороны. Ну, наподобие как Makita 9741 машинка. То есть подшипники с двух сторон. А у всех полировальных машинок подшипник только с одной стороны. Так, ну вот, ручка, щетка ставится. Мы делаем щетки разного диаметра, размера, ширины. До 20, до 25, 30 сантиметров. Они получаются огромные. В диаметре также мы делаем до 20 и больше сантиметров. Делаем защиту, кому нужно дополнительно. Также делаем и под пылесос. Специальное приспособление, чтобы для пыли удаления. Также мы делаем специальные адаптеры, которые превращают полировальные машинки практически в паркетно-шлифовальные машинки. Ну, для старения пола. Чтобы можно было удобно ходить и старить пол. Также подшипник с двух сторон ставится. Ну, и щетки делаются нужной ширины, какая нужна заказчику. Если у вас будут идеи по улучшению качества нашей продукции или какие-либо не связанные, даже, может быть, со щетками для старения дерева идеи, пожалуйста, ну, сообщите нам. Нам нравится делать что-то новое, чего нет в мире, никто до нас не делал. Может быть, вместе с вами, с вашими идеями, мы можем сделать что-то интересное, ну, и помочь людям. Также нам очень приятно общаться с творческими людьми, так что ждем ваших звонков и писем.